Xbox. On your left. Still there. Clear. Ну, действительно, дождик пошел. У вас тоже? Угу. Ну, а, ты же недалеко от меня-то. Ну, он причем уже идти-то начал, как морозить. Не 15 назад, такой прям совсем. А нет. Я, ну, не слышал, я же наушников. Вот так, что-то там еще сверкало. Ну и до сих пор сверкало. Да, да, там я слышу гром. Clear? Ну, молния, она прям не блошит. Прям нормально так, ладно. Самое главное, как свежо сразу стало. Да. Clear, clear, clear. Left side, clear. Блядь, здесь пара поворотов, в Род Америки нету столбиков, но надо где тормозить. Left side. Например, где? Да, блядь, нахуя где? Ну смотри, вот, допустим, там в принципе точки торможения, они такие вполне очевидные. То есть там левый поворот, ну вот который третий как раз таки, там ты тормозишь ну, приблизительно там, где начинается этот самый поребрик, по-моему. Или там, где трава заканчивается. Ну, короче, там есть ориентир такой хороший. Ну, вот, соответственно, следующий поворот, ты оттормаживаешься чуть-чуть до вот этого вот, до арки. На правом повороте вообще тормозить не надо. Вот, левый поворот, ну, вот там, да, там наугад приходится. Вот, а во всех остальных местах либо не надо тормозить, либо там есть ориентиры. Семь человек. Сколько в лобби влезает? Не знаю. Димка, тебя какой-то Азеведо Серхио сместил. С рейтингом. Ма, нифига. А, это не рейтинг, да. Блин, нифига, сколько понтиаков. Сколько? Какое время у него? 50. Ой, сейчас только что вышел. 50.
878. Бля, с подъемом, конечно, тоже проблема у меня какая-то. За лаги-то, а? Сал, конечно, есть, блин, надо крутую собрать. Что-то подубился. Зря ты это сделал. Сессия.
Итак. Ну, конечно, по вот такой погоде я, конечно, мне кажется, очень неплохое время ебанул. 57, да, 58, 57. У меня тоже опыт там. Мне что-то не собрать из-за этого ебаного подъема, блядь. Не собрать, что-то не собрать. Тогда, да, 57 время хорошее. Угу. Ебать, я седьмой по рейтингу. А ты шестой. О, у нас Гар Гриффин и компания. Да, ну, и в этом самом? На понтиках? Да. У-ху. И трек 46, и клиер. О, жара, блин. Сейчас поскользим. Сейчас поскользим, ребята. Сейчас все надо... Блин, что-то надо долго грузиться-то. Срочно, срочно, тест, 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 тест. Гаррет прямо передо мной. Я пятый, шестой по рейтингу, пятый по позиции, по рейтингу тоже, видимо. Сейчас Витя Зинов вылезет. Как он меня проехал. Он тебя проехал, да? Ну слушай, я только начал. А он там уже гонки целую даже проехал. И плюс я на Майзе давно не катался. А, ну он, возможно, еще, кстати, на сухом баке. Азивидо Серхио правильно сказал. Чего отпал? Черт возьми, 46 градусов. Сорок шесть и безоблачно, понимаешь? Это вообще огонь. А 46 это воздух или трек? Трек, трек. Ну да, но это все равно до хрена. Угу. Иду к вам. Тем более, что меньше температуры уже точно не станет. Thank you.
ёбнуть, сколько скользко. Артём, ты смотреть будешь? Не, сейчас сам пытаюсь накатывать. А я вышел смотреть. Поболеть. Не, мне Road America надо прикатать. У меня почему-то на Феррари вообще она не заходит. Да там легко. Не, понятно, что легко. Да, но Феррари, она почему-то повороты не хочет заходить так, как надо. Да, все там легко на Феррари. Руль поворачиваешь, что такое. Не, ну я как бы на первом же круге собрал оптималку 2.04.2, а топ-7 едет, ну короче, 2.03 это уже нормальное время будет. Значит, я быстренько ребятам фиксирую. Блять, в тройку. Азеведро Сержио. Какой у него? 3000? Я его в практике обогнал. 3000. Бен Снелл, 3500. С ума сойти можно. Гаррет Гриффин, 3500. Блин. Хавьер Мартинес Барахома, 1300. Следующий даже не буду называть, 1300. 1300, 1300, 1400, 1400, 1600. Ну и вы по две. В общем, 1994, но вот... Раз, два, три, четыре чувака, очень быстро. То есть, поэтому только будет... Бен Снелл быстрее Гриффина. Поэтому то, что... Но это не демоду с, в Софи 1200 есть. Где самый быстрый гонщик трейдинга 2000. И это был демод. Не, ну, в общем. Дима Иванов, номер. Семерочки. Здорово. Привет, здорово. Привет. Погода видит, да? Тебя облило дождиком? Ну, слег тебя отсадил. Так, тебе и надо, потому что гонки мало ездишь. Вот ездил бы гонки, сейчас бы сидел дома в уютном теплом кресле. Выпивая водочку. Красота. Водочку? Да. Ты что, водочку не пьешь? Кстати, мне кажется, я только с возрастом вообще как-то раньше вообще терпеть. А сейчас вот если она ледяная, то... Растёшь. Архи плохо проехал. Я думал, ты скажешь, архи плохо воспитываешься. Отлично такое. Да, прям здесь как плохо. Я второй круг плохой очень. Ну, ты видишь, как плохо. Оф-трекнул. Ну, ты прям, в принципе, за Геной. Там еще Сержио не проехал, короче. А за ведро Сержио. А ты второй не поедешь или что? Дима, я так понимаю, две проехал. Да, я первый круг. Быстро проехал, но офтрекнул, второй, блядь, не собрал. А сколько ты первый офтрекнул? 53,7. Блядь, это на уровне Ривьеры.
Прям пиздец. А, ну это 53.7, это как Гена. Я просто, не, я просто смотрел Ивьера второй был. 53.7 первый. Серхио Азеведо квальнулся. Ну давайте, тимплей, фаерплей, там все дела. Сколько литров-то наливать, 16? Ну у меня 16 стоит. Может поменьше? Да, смысл на этом понтяке. Сергио 12 литров что-то спросил. Он спросил, да. Достаточно 12 литров, никто ему ничего не ответил. Скажи ему, да. Скажи, даже скажи 7 нормально. Бен Снелл 52.88, ёпт. Ну там, блядь, да, такие тоже. Секунду. Не, ну это же легкая машина там же, ну она же скучная, неинтересная, не вижу, что догонщик. Просто, блядь, привез. Догонщики едут. Потому что вы так неплохо ездите на понте. А? Я на красавец. Чего? Я, ну, я написал 7 литров из NAV. Да, блядь, давайте. Главное, ну, скоро рост не устраивайте. А, сейчас же еще сходу что-то старта. Точно. А кто Демоту разрешил не спать в такое время вообще? Good luck, everyone. Have fun. В принципе. Так. Азеведо Серхио сказал спасибо. на 7 литров на мои. Неужели он зальет 7? Блять, смотри, Демот написал. А Саня сейчас скриншотов с язвительными подписями бы наделал на моем месте. Но я не буду, может, ему это что научит. Чё, у вас любовь, я понял. Да, это высокие отношения. Угу. Не иначе. Ой, надеюсь, они Джетта по-умненькому отпустят. Надейся. Вот там Теле2 маячит, а? Ой-ой-ой. Что за пиздец? Сейчас Димка мне закрашится, а? А, у тебя там у нас 3 вайт было, а этот падла молчал. Блин, я даже молчу, потому что... Оу! Димасик! Блядь! Ну, меня убили. Согласен. У меня машина повреждена. Меня просто убили. Ну, там... Я тебе скажу, что... А кто тебя убил? Я тебя убил? 10-й номер... Кто-то меня убил. Нет, 10-й номер столкнул, но, если честно, там такая была, блядь, непонятная ситуация. Вы были в центре трассы. Когда... Там неоднозначно тебя уебал.
там как бы он начал поворачивать, ты был внутри, а ты почему-то поехал прямо. Но у тебя как бы место там дохуя. Там, наверное, больше его вина, конечно. Ой, блин. Да, больше его, конечно, вина. Так, полторы минуты на ТВ. Смотри, что там было. Ну там да, конечно. Блять. Бля, ну тут вот мы поместились. Все нормально. Так. Ну такая, блядь. Ну я говорю, больше виноват он, но. Ну. Да, он мне просто тупо в бочину въебал, блин. Заднее колесо. Меня вообще просто все въебало. Ой, смотрите, и Форд убился. И еще пончик убился один из стенок. Ген, ты че, как? У меня машина повреждена, у меня руль направо. Но еду. Ему нет что прошириться, он, блядь, зачем-то нахуй меня повернул. Я-то боялся, видишь, внутрь кто-то полезет, и я поэтому и пошире поехал. А у меня минус 3-0. Ну, в смысле, минус лиц... Короче, потерял я этот свой трешку. Сейфти. На 2.50 мне сейчас скинут. К папке не ходи мне. Ну, ничего страшного. Успеешь еще нафармить. О, божешки, давай, едь, пожалуйста. Думал, ты пишешь, извинился бы за вчерашний бред. Что вчера было? Ух, блять, ух, как. Он посмотрел трансляцию, наверное. А что вы, ну, вчера было такое? Блять, ну, конечно, пиздец. Давно бы зашел, бы и пообщался нормально, да? Или он стесняется перед сыном, что он там с кем-то общается, то ли хер его знает. Ну, он же объяснял причину, а чё? Какая? Неудобно ему. Ну как это неудобно, ты взрослый, а по телефону. Ну все, ладно, Саня. Ну это, слушай, подожди, вот я честно скажу, вот Саня, неудобно. Ну перестань, ну человек сказал, ну, неудобно, ну что ты цепляешься до него? Ну вот что, реально, вот к этой штуке ты что пристал? Да не, ну это, ты знаешь, неудобно срать почтовый ящик. Да, именно, блядь, не зашло. Минус 97. Проехал Гранд Туринг Кап, да? Слушай, ну видишь, да, там, конечно, мясо полнейшее. Ну ты видел, да, там такая не. Да, постгоночный инцидент, но он, конечно, мог бы оставить место, чтобы начал поворачивать, смотреть там. Ты как бы мог прижаться, то есть, так, ну, получше. Так, у него побольше было места. Вообще-то такая, не то, что там мог. Ну, то есть, не то, что он тебя прям убрал. Ну, наверное, да. Это, в принципе, на мой взгляд, действительно, он, наверное, мог побольше
Ну что за еврейская колбаска? Блин, самое смешное, что спросил только один еврей, блядь. Это довольно смешно. Да, мне интересно. Вообще пожрать люблю. Очень-очень мелко. В принципе, вообще колбаску не особо люблю. Thank you. Шалы. Не любишь колбаску? Не фанат, в принципе, и бутерброды тем более очень не фанат. Ну, наверное, мне этого в детстве хватило. В молодости, в детстве ничего вкусного, кроме колбасы, там, и бутербродов не было. Вот, а сейчас есть масса тем более там, приятных вещей. Но... Минет там. Хорошая шутка, блядь. 10 тысяч уходит в город Санкт-Петербург. Гена, они куда тебя уже? Подвыл за тобой. Чё, куда? Они от тебя... А, ты же ударился, да? Да, там Димочка мне, понимаешь ли, немножечко подпортил. Я отвалился немножечко назад, но он уже обогнал всех тех... Ну, там тех, кто обогнал. Медленных, да, да. А эти, чё, понятное дело. Ну, да. Не, ну они идут на секунду быстрее тебя. Так у меня машина повреждена, естественно, они идут на секунду быстрее, у меня руль вправо стоит. Да у тебя она вид целая вообще. Ну, так же, как и... Ну, вот руль вправо чуть-чуть стоит вправо, не знаю, как бы... Есть небольшие сложности с поворотами, небольшие. Угу. На вид вообще прям у тебя. Вот сейчас вот прямо руль стоит, вот он немножко вправо. Ну, да, совсем вижу, чуть-чуть. Я вижу из кабины, да, действительно. Ой, даже забыл включиться. Видно даже на этом, на виде, сколько это. Но на этом видно. Ну, какое-то странное повреждение, может, назвал. Не, ну они и до этого ехали, в общем, на секунду быстрее, поэтому тут... Квалификации тоже. Не, ну, в квалификации они были на две десятки. Один и две десятки еще второй. Что не на секунду. Там двое было в этой же с нами, со мной в этой, блять, в одном времени, короче. Так, ладно, хорош болтать. Не, ну там будет ходить. Да, конечно, выстрелы, бесспорно. У них и рейтинг об этом говорит. Там же все 3000 нахи. Угу. Димка, ты починился, выехал? Да. Минус 82. Ну, время еще есть, что. 16 секунд. Да, впереди идущего и 35 до второго. Mm-hmm. Но еще если не раскрашут, то шансов больше нет. А вон темп, все дела относительно тех товарищей. Фастый ПР есть? Да. Ну, видимо, да. Ну, 53. Видимо, а у них 53. Ну, у некоторых 52. 52 едут? 52,9. Это что же? Что же они так квалифицировались? Они с большим временем, а едут в гонке быстрее? Красавчики. А я лучше круг у этого АЗР. 52,7. Охренеть. А это... 52,7. А, ну это на слепстриме, наверное. Ну, вот на слепстриме у Гриффина 53,129. Ммм. Нереальные какие-то чуваки. Может, Гаррет Гриффин? Нет, я про Гаррет, это все понятно, как бы. Ну, я так понял, что это где-то... А чуваки с рейтингом 1600 и едут, которые 52, это реально... У них 1600, у них 3000 все. А, так ты... Конечно. Ты говоришь кого? FM Riviera, Азвет. Я тебе говорю про... Я тебе спросил про темп. Димка кого догоняет? А, эти? А у других 56-57. Mm-hmm. 58. Понятно. Там, блядь, там, я...
А то я слушаю тебя, думаю, господи, боже ты мой, как Димка их догонит, если они 52,4 едут. FM Ремьера отстала у этих троих прям за руку. Прям дичайшая. Гаррет Гриффин, Аз Ведер и Бен Стэн. Причем Гриффин из них третий. Угу. У меня темп, конечно, от квалификационного на секунду упал. Ну, видишь, не зашло, конечно, второй поворот не зашло. Да там эти 1600-е полезли. Что там, как бороться в первом круге? Ой, как будто гонку всю проиграли уже. Да, я вот этого тоже не понимаю. Руслан еще в чате нарисовался. Тоже любитель накинуть. Лучше в гонки ездил. У нас с Димой мясо. Нет, я имею в виду, что там в чате что-то. Да там дымот накинул. Дымот накинул, да, я не Все его любят, у него почему-то ощущение, что его кто-то не любит. Не, ну всегда разговоры о нем такие, как будто мод, а вот это мод. Ну просто действительно он, ну, странный. Ух, какая здесь заруба, ребят. Ух, какая здесь заруба. До первые места? Да, на за раз, два, три. Просто, ну... Обогнать невозможно, конечно, на этом. Даже на слепстриме. Почему здесь? А, ну если в принципе одинаково, да, идут туда. Вообще идут, да. Ну, он подрывает внутреннюю траекторию, если проехать. А, ну да. А целиком проехать, то есть никто не лажает на переходе на длинные повороты и не успевает целиком проехать. Потому что люди едут нормально. А если бы был новичок какой-нибудь, уже бы он, блин, уже показал бы там, как надо обгонять. Гаррет Гриффин там и вот эти вот быстронахи, они лохи же. Ща, говорит, я вам покажу. Не-не, они прям очень чистенько. Эти-то, я и говорю, что эти-то быстронахи, понятно. А вот эти вот, которые медленные, которые вот Диму убрали, они учат нас, понимаешь? Да, да, там, конечно. Да всякие дебилы мелкие. О, ему уже минус 67 едет. Уже не так. Сколько до конца гонки, ты не понял? 5 кругов. Нахуй лучше котелок понять. Ну слушай, ну бывает все там, видишь, ну, ну да. Чувак, дурак. Евгений, блядь, гонку испортил. Да не, не, Дим, мне что, да, я еду на своем месте. Гена в плюс 17 едет, и я тебе скажу, что я не думаю, что Гена бы удержался. Ну, просто был бы ближе, и... Ну, может быть, за FM Ривьера бы удержался. Да ладно, не важно, я на больше не претендовал пятого места. Нет, за FM Ривьера, может быть, удержался. Ну, да. Трое вообще. И Ривьера от них уже отстал на 6. Угу. На 6, понимаешь, да?
Ну вот за Ривьеру можно было уцепиться, да. В одну позицию. А эти вообще не в себя просто. Чё за лаги-то? Ну, народ, Гриффин едет третий. Угу. Это как бы... А, уже второй. Да. А третий победил третий. Я не туда глянул. И первый чуть отъехал от них, и вот сейчас на стартовой прямой ничего не может сделать. Слипстриме. Кадиллак, где-то у него нету выхода такого, как у нас. На карту еще даже не успели. Ну и плюс впереди не ошибается там. Ух! Все, подскользнулся. Кто? Да, второй подскользнулся. Серджио. Но он подскользнулся так, что Гриффин был проигрой, и Гриффин пришлось тормозить. Штрафном лево, втором. Понимаешь, да? Вот, его выставлять, он отвалился, но Гриффину ничего не оставалось, как тормозить, а... Ну, и он уже не мог бы его обогнать. Прям за ним было, он притормозил, чтобы не врезаться, и, соответственно, тоже потерял скорость. На первый под отъехал, да, Бенсон. Гриффин будет крестить. Торможение, а нет, не будет крестить. Потому что ты ему закрыл уже. Хосе Гарсия Вега заходил по зыре, потому что написано сейчас. В мануале дисконнект. Учитывая, что он не едет в гонке, значит он заходил по зыре. Может, не успел. Ну тоже такой диагноз. Угу. Он уже посмотрел и понял, так да, ну его нахуй. Так все равно бы не, нет, ничего бы не сделал, только посмотреть и мог. Гарсия Вега, ну... Я не про скорость, я к тому, что... Ну хотя я думаю, что с этими троими он, конечно, не прям вообще... Гектор Капсуэла. А что Демон пишет? Вообще гонку предложил. Мне он предложил. Гонку предложил? Я написал. Предложил? Это к чему он написал? Ну... Да я слушал твой коммент во время гонки. Блять, мы во время гонки видели минут 30, и он мой коммент во время гонки. Спектирую все, что я говорю. Думаю, что у меня такая феноменальная память, чтобы 30 минут запомнить. Одно вранье. Да, я заснул. Гонку предложил Гена. И я сразу сказал, что он на Джейкобсе не может. Но ты все перевернул, послушай, может тебе стыдно будет. А интересно получается, вы общаетесь через мои трансляции. Ну, это же, видишь, если он посмотрит трансляцию, я ему передам привет, скажу, что может быть он как-нибудь... Передавай, он завтра посмотрит. Наберется смелости, зайдет в войс и пообщается хотя бы голосом. Ну, как-то общаться через трансляции. Это как Туркин с Виталием. Они чуть не разменялись позициями. И все-таки и Гриффинов его прессуют. Они вот едут паровозиком вообще прям вот, ну, полусекунде три машины. Первый иногда отъезжает. Ну потому что АЗ откроется от Гриффина. Гриффин чуть побыстрее, мне кажется, этого АЗ. Ох! Хорошо? Видимо, да. Не-не-нет, Гриффин чуть-чуть толкнул Азедру, Азедра толкнул первого, первый скользил. Ну вот, Гриффин написал
Да-да-да. Ну, там на уровне копейки, потому что там да, подрасти будет тебе. Опять бреется. Господи, постоянно бреется, как хач. Кто? Да Леопольд. Ну, вот дебил. Да у него просто, ну, не растет ничего, он вот думает, что если больше будет бриться, то... А, Леопольд, если хочешь, чтобы росло, надо бриться не электрическое, а такое обычным станком, лезвием. Леопольд, у тебя светлые волосы, ты вообще можешь бриться раз дней в 5, и там не будет заметно. Что не нравится? Тебе не нравится, зато женщинам нравится, что тебе не нравится. Хрен знает. Что? Торчат волосы. Конечно, бритость всем нравится, ты что? Нет, это сказки. Ну, отлично. Это не сказки. Это 40-летний опыт. Угу. Мне, конечно, опыт поменьше. Не могу блеснуть так прямо, у меня 40-летний опыт. Азет блеснул первым, гриб достал, зато Азетра активировался и решил... Ух! А, два круга осталось. Ну, слава богу. Да, чуть тоже заебался. Борьбы нету. Да, бесит. Ох! Азедра влетел на торможение, тот будет вести, перекрестил. И тут вырвался опять вперед. Гриффин, Гриффин, тебе сейчас все-таки отвоюет вторую позицию. Первый, второй потеряли. Если под шумок Гриффин уже затуваил с ним на длинной прямой. Гоу, Гриффин, гоу, Гриффин. Увадит, 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 все. Отжал, отжал. Ух, нет, Гриффин, ну ты, тот-то. Ух. Нет, перекрестил и отнял опять у Гриффина позицию. Ух, они широко выходят, а еще два круга осталось. Опять отнял Азедра у Гриффина позицию. Пипец. Гаррет, push like an animal. Да, ну так как животное каждую гонку пушит. Вот вообще здесь пушит, они уже... У них, по-моему, что такое автрек, это уже, ну, автрек в жизни просто. Правда, на бунтях это все смотрит, как будто замедленные съемки. Как будто слоумо уже включили. В этом-то вся и сложность. Да, 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 не, ну... Там надо прям выверено, выверено прям все надо. Да, микрончики, микрончики, чуть позже тормози, затормозил, потерял и все. Такая, не самая простая. Так, последний пошел. Pass right. Здравствуйте, блять, конечно, я хуёвый. Right side. Гриффин уже на хвосте. Thank you. Checkered flag. Быть. О, checkered flag. Checkered flag? Это все, я финишировал? Видимо, да. Пятый. Бля, я не буду останавливаться. На всякий пожарный. А то как в прошлый раз будет. Так, откроет внутренний поворот, Гриффин заходит наружу. Будет висеть тувадить, тувадить, будет тувадить. Нет, Гриффин пытается перекрестить внутрь. Нет, нет, нет. Нет, еще несколько поворотов продержаться. Да, за первые места вообще просто мясо. Точнее, уже за второй, третий. Первый отъехал. Наш старый друг Гаррет. Нет, все, Гаррет. Сдался. А нет, не сдался, не сдался, не сдался. Нет, сдался. Да, третий.
Ну, они все в плюсе приехали. Хотя Гарн был самый Да, вижу, они там Great Race. Ну да, действительно, заруба была у них, конечно. Так, смотрим. Артём, ты тут? Угу. Чё ты делаешь? Я тут катаю. Блин, меня на 15... А, нет. Правильно. А, нет, неправильно. Короче, на 14 место меня сдвинули с 12-го. Димка. Че? Ну тут как-то даже, блин. Ну такой, конечно, момент. С этим у вас столкновение-то. Ну нет, неоднозначно, что он прям убил Диму, да? Да. Тут и не его вина. Ну, на самом деле вина обоих. На вот мой взгляд, я называю это вина обоих. Потому как. Да, потому как. Ну. Димке надо было чуть раньше повернуть, соответственно, а тому... Угу. А тот мог сориентироваться. Хотя, с другой стороны, там не видно, конечно, в этот момент. Ну, тот начал как-то поворачивать, ну, может быть, Дементру надо было тоже понимать, что ему, в него могут повернуть и как-то... Ну, Дементр тоже, видишь, хотел как бы получше выйти. То есть там такая, видишь... Мне кажется, Димка немножко как раз пропустил момент поворота. Ну, можно. Было раньше. Да, да. На крышу меня прикольно, блядь, положило. Ты еще на крышу попал? Да. Ух. Меня потом ебали еще два раза. И потом еще один раз. Три-четыре раза. И на четвертый раз на крышу. Бам-бам-бам. Бам, бля, да. Пиздец еще. Ну, вот я думаю, что отчасти из-за этого у меня позиция пятая. Если бы все-таки других ты не этот самый, с собой бы не убрал, было бы все хуже значительно. Бам-бам-бам-бам. Ну, FM Riviera, кстати. Ну да, мы за ним бы могли бы держаться. Да, да, да. Так, Саша, посмотрим на круги его. Лапс. 53 на 58, 52, 891, 53, 4, 55, 8, 54. Да, у него темп так упал, в общем-то, хорошенько. Ну, знаешь, все бывает в жизни. Да, согласен. Вот у меня, например, в предыдущей гонке Мазда, понимаешь? На Мазде чувак со мной зачем-то боролся, еще и выбил меня несколько раз. Так. Кого-то там музыка долбит. Леопольд, как обычно. Да. Диджей. Да, так лучше. Извините. Подумаем. Леопольд, а как у тебя родители относятся, что, ну, ну не так громко играет, чтобы ты думаешь, просто да? Здесь микрофон близко, да, поэтому. Леопольд прям типичный молодняк, да, такой, тыц-тыц-тыц постоянно. Почему типичный? Я просто обожаю музыку, блядь, я могу ее слушать постоянно. Сделал не молодняк, это я все-во-все как... У себя помню. О, Project Cars 2, Ferrari трейлер. Слушай, ну неплохо, кстати, Project Cars 2, мне кажется, будет. Ну, конечно, наверное, не iRacing. С кучей минусов. Но, мне кажется, может, они, если физику подправят, со сеточкой потягаются. Там есть плюсы. Как минимум, это лучше Forza будет. Вот так вот, на мой взгляд. Что думаете? Угу. По-моему, вполне очевидно то, что Cars 2 это лучший на свете сим.
Нет, ну если посмотреть на стримы твоих бывших друзей, то мы вообще играем в дно игру, и все, чего нету в ПКарсе 2, просто не нужно вообще. Ну да, да. Бон, а ты сейчас говоришь про кого? Я правильно понимаю, что ты говоришь про Тофи? Нет. Там вот у бывшие друзья по Артема, там, он знает, вот ребят с ВДМ, они там просто ебанутые на ПКарсе, просто ебанутые. И у них там мотивация такая, если чего-то нет в ПКарсе, то это просто не нужно в игре. То есть там, как бы, вот им, когда им задают там кто-то на стриме вопрос, типа, а вот этой фишки там нету, они говорят, ну, как бы, этой фишки, этой вот, ну, нет, но это и не нужно. То есть это не нужно, и вот так про все. Это странно, даже для меня. Ну, там вообще нет, там двинутые просто. Насколько я люблю защищать всех, кого обижают, но, блядь, это странно. С Тофи недавно общался. Он BMX купил, не играет, не катается на BMX постоянно. Ну-ка, расскажи, ну-ка, общался с Тофи, где ты с ним общался? Ну, ВКонтакте написал ему. Блядь, у него сегодня ДР был, я сегодня не поздравил. Ёбаный, блядь, рот. Так, ну и чего он сказал? Ну, чё, катается на BMX, и музыка опять так же. Играет мало очень, в батлу только. Гонки да ладно? Добросил, да. Почему? Ну, некогда не играет он практически. Музыка, либо BMX. Молодец. Ну да, молодец, действительно. Ну, в принципе, BMX это такая летняя вещь, да. На самом деле, если честно, я скучаю по той нашей компании, когда мы все собирались. Думаю, а я вообще нет. Слушай, никто не оскорбляет вообще. Ой, ну это тебя главное. Слушай, ну для меня это не главное, просто я бы въебало мог ударить за это, если честно. Ну, просто человек не понимал, что говорил. Ну, какие-то ты вещи. Сделал бы скидку, как старший. Слушай, ну как я должен... Объяснил бы, слушай, Жень... Я ему объяснил, я один или два раза объяснил, я же не сразу сказал, это у него просто регулярно повторяется. Ему все объясняли, что вы, господи, мусолите? Все объясняли, да. Все. Ему несколько раз объясняли, и он опять начинал срываться и переходить дальше. Как бы там, знаешь, как бы, ну... Причем ему объяснили, вот если Апольт, с ним, пожалуйста, можно хуесосить мамок там и вот все, да? Ну, у нас был такой юмор, да, просто мы... Ну, как бы, да. А тут вот, ну, да, есть... Потому что, знаешь, мы не понимаем. Ну, это не то, что мы не понимаем, просто мы немножечко... Ну, окей, ладно, может, давайте не понимаем. Не, ну, а как это так и называется просто? Просто кто-то абстрагируется, понимаешь, что это юмор, и не берет это близко к сердцу, а кто-то, блядь, даже... Фиговый юмор. Соглашусь. Это самый... Трава. Какая-то мода пошла у молодежи, да, там, мама хуесосит, да. Какая-то бредятина. Как ну, и я все. Тоже считаю, что трогать родителей, это... Сразу видно, в дотку не играли. Высмеивание как раз, когда раньше... Да, не играли. Ух, ребят, сейчас прочел где-то смешную, расскажу сейчас. Слушал, говорит, ну... Послушал, говорит, треки фараона, он в каждом из популярных треков, я прочел, послушал треки фараона, он в каждом треке говорит, что ебал мою тёлку. Она говорит, что ты ебал. Не знаю, кому верить. Да. Блять, у меня была истерика. Я слышал его один трек, если сейчас ты там вот это 5 минут назад. Да, популярный такой. Да, вот поэтому. Пять минут назад. Вот я об этом... Кто это? Исполнители, наверное, так будет правильно назвать. Не певца же. Да. Услышал только впервые, только вот от этого... Ой, твою мать! Феррари, блядь. Феррари меня разложило нахер. Ее занесло и привет. От кого ты услышал? Ну вот так же во ВКонтакте услышал, вот это из этой, вот то, что ты прочитал. Не, ну, я... Да, я где-то, ну, хайп когда поднялся, я зашел, послушал, но я люблю всякие заслушать новые молодежные. Блин, но ты вот где-то, это... видимо, в таких, видимо, пабликах, что ли, обитаешь, или не знаю, где хайп про этого... Ну я не знаю, где ты? Я подписан только на всякие пабли. Не, я просто... А где ты услышал-то? Я вот в
моей среде, например, до сих пор никто не знает его. Кто-то где-то то ли написал, то ли что-то и... Да, Кивилл, наверное, написал. Нет, я вообще это тоже от этого очень далек. И я это услышал в гостях. Вот там товарищ мой показал, но ты тебе такого еще не видел. Как открывает эту хуйню, и мы начинаем с я вспомнил о том, что я этого это услышал. А ладно, есть товарищ, но я вот тут знаю, да, тоже пару. Вот, ребят, посмотрим. Да, Вадим. Вот он выложил раз об этом в Инстаграме, там что-то с этим 5 минут назад, там Галюш, я загуглил, что это такое, и нашел, посмотрел видео. А не стошнило? Ну, видео ни о чем. Текст. Я не понимаю, кто. Ну, не знаю. Я вообще не как бы. Хотя вот еврейский рэп, да. Еврейский рэп такой прям там. Некоторые есть хорошие текста. Ну, то, чтобы я понател уже, конечно. Ну. Не, ну это какой-то, понимаешь, это вот рассчитано на целевую аудиторию каких-то, не знаю, подростков, которые там ебал свою подругу, и не ебал свою подругу. Ну, то есть, понимаешь, да, какой-то такой. Mm-hmm. На мой взгляд, по-моему, на это расчет. Ну, что-то пошло. В принципе, такой радикальный стоит. В принципе, это коммерческий проект. Mm-hmm. Так вот, нищий сыночек поет. Почему бы и не? Не, рэпер должен быть нищим. Пройти через все. Слушай, у нас, этапы унижения. Нищего рэпа. А так... вот это в Стивете, это же вообще пиздец. Это вы даже не говори об этом, пожалуйста. Я даже не знаю, для кого это больше унижение. Наверное, все-таки для Куфа, который всегда был такой андеграунд, и я там вырос на воронке. Стивете, ну понятно, что ему тоже хочется, наверное, лавешку заработать, но если я позиционируюсь, такой андеграунд, и я вырос на воронке, торчок и прочее, ты так продолжай себя позиционировать. Угу. Ну а Тимати, понятно, что ему нужны коллаборейшн, если кем-то бы мог тянуть себе там еще. Тимати вообще много. То есть, ну, я там не знаю, как достается, но. Он, во-первых, никакой бизнесмен, то есть там бизнесмен вообще ни разу не он. А там вот этот хороший. Блять, что, алло, хорош, ёпта, пиздец. Фу, блять. Это что было такое? Это руль с ума сошел, потому что у меня машина врезалась, где-то в отбойнике стояла, и что-то, блять, все началось дергаться. Ну, сейчас взорвется он нахер. Я помню, что сраный фидбэк по карте, когда руль включишь до конца, руль начинает пилить, блять, с ума сходить, Так, что еще интересного можно смотреть в YouTube? Ну и что, в общем, тоже он катается на голосе. И пишет, бля, Боль, делай потише. Он прям долбит, тын-тын-тын. Я же спросил, нормально, что ли, нормально. Ну вот сейчас опять еще, наверное, трек другой пошел. Ну и че, ну, я говорю, и чего, он катается на BMX, играет только в эту, да? В доту. В эту скилл. И пишет музыку, да? Лео! Да, да. Там куда пропал? Телефон. Алло. Да, я тут чё? Ну что, я что рассказал, чё рассказал? Больше нечего рассказывать. Мало ли.
Нет, не подавайте подробности, детали, потому что... А что, я зря, что ли, трансляцию веду? Вонки-то его не тянет. Конспектирую все. Так, вот здесь чуть не убрал. Так. Сейчас вот здесь вот можно убраться. Ага. Аккуратненько. Лево. Да я тут что? Я же тебе вопрос уже задал. Прости, не раз, что это. Давай. Я говорю, гонки. Гонки, ты его не тянет? Не, устал. Не, ну при вере там. Хорошо, в принципе, это сезон, понятно. Я не знаю, как у них там, но ну, да, в Москве, например, надо использовать на полную катушку. Если есть Слушай, просто как молодцы, они нафигачили, видишь, много лицензий. Феррари. Не, ну ты будешь себе просто? Да, думаю, что возьму. Почему бы, как бы говорится, бы и нет? А Форцу? Форцу, вот. Нет. Да ладно. Ну, только если там какой-то временной схеме ненадолго ради посмотреть. Смотри, по временной схеме. Ну, не знаю, если есть какая-нибудь там, будет какая-нибудь временная схема. Не знаю, в прокат там аккаунт там есть уже какая-то фигня такая, типа. Так на ПК это не работает. Ну, на бокс. Я уже отдам, к тому моменту я уже отдам бокс сыну. Как-то хрен знает. В общем, нет, наверное, не буду брать. Смысла я не вижу. Слушай, ну так, на разных машинах кататься. В конце концов, там парни с другой группы по переписке, с которыми играли в FM, может, они поделятся там, Виталик какой-нибудь там поделится аккаунтом ненадолго. А, или это же не работает, да, на ПК? Так там да, тут же смысл в том, что ты логинишься под своей, то есть ты не можешь как бы в сторис залогиниться под другой записью, как я понял, почему это не работает. Ну да, фигня какая-то. Насколько я понял.
То есть тут нету как бы разных аккаунтов. Тогда, значит, и пробовать не буду. Потому что они ничего не сделают. Они до сих пор ничего нового не сделали. Ну, вот единственное, что я вот тоже думаю. Ну, можно на скидочки взять, кататься. Ну, там лет через 100, да, там когда будет она там на скидке, действительно. Рублей за 500. Пожалуйста. А за 7000, там, не знаю, вот я... Дорого, ну и плюс, конечно, очень реально дорого, то есть полная версия 7000, за эти деньги можно взять Project Cars, Формула 1, чего-нибудь еще и на сдачу еще там взять. Просто для на эти деньги можно 10 раз купить. Кого 10 раз? Ну не 10, да. Ну... Кого купить 10 раз? 10 раз. А, 10 раз. Да. Нет, 10 вполне реально. Там же еще скидка будет. А, ну 20%. Да. 20%.